2023 год объявлен годом педагога и наставника. Кто такой наставник? Чем он отличается от учителя? Какую миссию несет наставничество в дополнительном образовании? Смотрите программу «День наставника» на Самара ГИС сегодня в 19:30. Гость в студии Оксана Шумских, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара.